Слышь, ты че такая дерзкая, а? Да не, решили пока для себя пожить. Ну вы с этим не тяните, тебе ж скоро 16. Ну да, Решили пожить. Хали, Гали, сапоги, сандали. Слышь, мамаш, где тут ваша школа леди? Не-не-не-не. Как это? Блин, ну как? Школа леди. Наверное, вы хотели сказать школа леди? Ну, наверное. Здравствуйте, девушки. Мы рады приветствовать вас в нашей школе леди. Шалом. Здорово. Меня зовут Мария Владимировна, а это директор нашей школы Лаура Альбертовна. Кто? Черт. Я Валюха. Это мутная, а это Светка Копье. Почему Копье? Потому что в голову прилететь может. Для того, чтобы вы стали ученицами нашей школы, вы должны пройти небольшую проверку. Фига себе, как все серьезно! Я ничем не болею! Да они не проедут! Присаживайтесь, девушка. И на стульях вам будет удобнее. Да? Леди всегда должна поддержать беседу, будь то это светский раут или обычный разговор, для того, чтобы избежать неловких пауз и не показаться необразованным. Мы проверим уровень вашего IQ. Чего? Это что, болезнь какая-то? Мы хотим проверить ваши мыслительные способности, интеллект. Ну так бы сразу и сказали, а тут GQ какая-то. Надеюсь, вы готовы. Типа того. Почему падает Пизанская башня? Фу, да это легко! Она просто устала стоять! Где впервые появились лимоны? В стране лимония! Где это? Между Аляской и Сахалином. Знала? Зуб даю. Фу! Она мне зуб дала! Столица Китая. Окей, Гугл! Ничего. Слышь, ты сейчас ничего не ловишь. Давай, звони своему кабану. А можно звонок другу? Не положено. Ну, пожалуйста. Ничего себе, ты что? Да, звоните. Оп, мусорок. Миша. Алло. Кабан. Здорово. Этот в эпизоде участвую. Да какие разборки? Ну что ты, я бы тебе первым позвонил. Что ты? Ну вот. Зови мне столицу Китая. Че? Слышь? Алло? О, слыхать. Столицу Китая мне назови. Говорит ебаную мать. Ну, кабан умный, он кто-то уходил иногда. Ну все, кабан, на созвоне. Наш ответ – японская мать. Мы не поняли. Че, вообще башка? Башка, скажи, не спокойно. Да, работа предстоит большая. Вот вам на первое время. Просвещайтесь, девушки. Фу! Плесенью воняет! Ку-ку, ты чё, и жрать собралась? Пошли! До свидули! До свидули! С тех пор пацанки наши в леди превратились. И дабы оценить души людской задор, на светский бал наши красотки снарядились. Добрый вечер, дамы и господа. Сегодня у нас выпускной зал.
бал. Бал. И наши девушки продемонстрировали все то, чему они научились за эти 3 месяца. Между моим очаровательнейшим образом и моим пугающим внутренним миром. И говорю я так витиевато и вычурно, лишь за тем, как бы пацанчика не испугнуть. Блин, опять посыпалась. Чепушила. Чего ты? Не ребят, слабец, блин. Капец. Птичка! Папа тебя! Thank you.